Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбабай, мы продолжаем проходить игру Хоуп. Ну что ж, а мы с вами в прошлой серии вместе с Бати запустили древний источник, вода везде уже, по идее, должна... нет, она не пойдет, пока мы, скорее всего, не откроем шлюзы. У нас два шлюза есть. Вот пойдем их постепенно открывать. Так, это мне надо идти, получается, здесь по трубам, да? Что-то как-то... Надеюсь, что да. Надеюсь, что я правильно пошел. Зачем надо было? Ага. Для чего? Может быть, тут какой-то есть секрет? Или это просто подъем наверх? Подъем наверх. Скорее всего, так и есть. Да, это вернуться обратно. Во-первых, сначала сохраняемся. Это 100%, а то иначе мы запоримся где-нибудь здесь. Ну и теперь сюда, и что-то надо будет здесь открыть. Да? Нет, не сюда. Ну уж сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо, не свались. Куда? Вот куда вот он? Куда тебя душа моя ведет? Наверх. Спасибо. Блин, ну я же не вижу, куда идти. Вот это, конечно, вы замудрили. По-моему, это первый источник. Да, отлично. О, ё-моё, он зараженный. А, это который взрывающийся. Все, я понял. Я все понял. Так, допустим. Ух ты! Красавчик. Газы меня заразил. Пес. Так, ну я сейчас не могу повернуть, это однозначно. Да, мне это не дает. О, нет, 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 нет! А, все, это смерть однозначно. Тут без вариантов. Че, еще и выжил? Так, давай, вылазь. Не очень пока понятно, что это произошло. Тихо, 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 тихо.
Ладно, пошли пока, получается, что, вниз? Или сюда? Ого! Так. А вниз как раз будет вид хороший, да? Ну, это, наверное, когда я... Нет, у меня так не получится. Это же мне надо кого-то освободить. А где зверек, который песенку споет? Не, подожди. Мне, наверное, сначала надо в самый низ. Ау. Он, наверное, где-то здесь поет песенки. Нет. А, так вот он где. Вот теперь другой разговор. Теперь все понятно. Теперь все ясно, все понятно. Пошли. Сейчас мы его быстренько мочканем. Не-не-не-не. Так, не забыть, здесь есть хороший вид. Ну-ну-ну, давай. Протыкай, отлично. А, до свидания. Ох ты, бабочка. Как раз 8-я бабочка, супер. 8. Но бабочек очень много, бабочек реально много. Сейчас посмотрим, сколько бабочек. Я даже половину еще не собрал. Офигеть. Так, смотрим на карту. Здесь мы, в принципе, все сделали. Здесь есть шикарный вид. Да, вот это вот реально шикарный вид. По-моему, я там еще не был. Да, это какая-то потом еще откроется территория. Хорошо, ладно. Тихо. Ну, давай. Наверх. Вот, молодца. Что у нас здесь еще есть? Кроме вида, в принципе, получается, здесь больше ничего и нет. Чем? Ага. Давай пока как-то так. Нет, тут без вариантов. Тут надо как-то прыгать. Ага. И еще одна. Стыковочка. Давай еще раз сюда. Тут, наверное, что-то есть полезное. Ну, куда же ты? Нет. Спасибо, но не так. Бабочка здесь есть. Супер. 9-я.
Серьезно? Ты предлагаешь теперь по трубам мне возвращаться вот сюда, да? Хорошо, допустим. Так, но здесь-то без вариантов у нас. Значит, надо где-то здесь искать проход. Либо просто по трубе бежать. Тихо-тихо-тихо. Тут можно еще и, блин, свалиться. Тихо-тихо-тихо. Хотя бы сохраняшка есть, уже хорошо. О, отлично. Узнаю места. Теперь сюда. Так, это получается, мы сейчас с вами будем освобождать. Ладно, хорошо. Здесь больше ничего делать нечего, да? Это спуск вниз. Ладно. Ау! Ну и что в итоге, мне спускаться вниз? Тихо, ну куда же ты, ну? Так, сохраняшка, здорово. Здесь без вариантов. О, точка быстрого перемещения, отлично. Так, нет, пока мы остаемся здесь. Вниз, путь вниз. Подожди, пока с путем вниз. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ух ты! Досвидос называется. Так, подожди, а здесь я потом пройду? Да, я потом здесь пройду. Куда же ты, ну? Там у нас просто контейнер. А там два опасных друга. Так, зелененькие сферы, это тоже, в принципе, хорошо. Но на костюмчик пока не хватает. Хотя бы на один, но не хватает. Б.
Блин, мне тогда лучше сначала избавиться вот от того друга, который... Ух ты! Красавчик. Блин! Серьезно? Давай, друг. Ну, махай своей дубиночкой, ну. Ага, сейчас. Так, отлично, обзор чуть не упустил. Чуть не упустил обзорчик. Так, смотри, получается, это спуск как раз ведет, мне кажется, именно к тому моменту, когда мы с вами сможем очистить это все. Но надо сначала найти зверька, который споет песенку. Блин, там жизнь, оказывается, есть. Там есть... Ну, мне как раз туда и надо. А, так мне сначала именно туда и надо. А, ладно. Давай хотя бы просто посмотрим, что у нас здесь есть. Вернуться, в принципе, я успею и туда, везде. Блин. Не то хотел сделать. Ну, я пришел как раз туда, куда мне не надо было идти изначально. Опс. Понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это смерть, это смерть! Офигеть! От зараза какая, а? Так, ну ладно, я там все почистил, по идее. Тихо, блин, ты меня так не пугай. А, тут все равно вода. Большой водоем. Подожди. Ага. Ладно, все понятно. Путь только один. Подожди. Сначала я заберу то, что мне принадлежит. О, супер. Еще одна полоска. Так, ну я приперся опять, получается, не туда. Вообще, по идее, да. Не туда я приперся. Я там не вижу другого пути. Блин, ну я и здесь-то его не вижу.
странно. Так, давай тогда еще раз. Может быть, я что-то упустил? Так, ну я здесь ничего не вижу. Блин, ну ты издеваешься, что ли, надо мной сегодня? Куда мне идти-то? Я не понимаю, куда мне надо попасть. Не вижу опять никакого пути. Здесь только один путь, ну а смысл-то какой? Никакой смысл. Куда? Чё опять, блин, идти? Непонятно, блин. Здесь просто нет никаких реально других путей. Здесь только вот этот можно было забрать. Все. То есть здесь, в принципе, я бы ничего не нашел бы, что ли, получается. Тогда ты меня сейчас запутываешь по полной программе. Я не понимаю тогда, куда идти. Мне надо попасть туда, но других вариантов, как туда попасть, я не вижу. Я не вижу пути. Не вижу пути. Не знаю, как туда попасть. Не понимаю, как туда попасть. Так. Туда, но как? Там жизнь. Это однозначно. Где этот поющий зверёныш? Я тоже понятия не имею. Так, подожди, а что это тут был за спуск вниз? Я там был? А... туда не смогу попасть. Вон те трубы. Но они никуда не ведут. Однозначно. Может быть, я что-то опять неправильно сделал? Блин, вон он, оказывается, где. А нафига мне тогда туда показывают? Засранцы, меня сбили с толку. Меня реально сбили с толку. Давай, пой свои песни. Супер, 10 бабочек. 10 бабочек. Здесь, по идее, тогда получается, что у нас? Все, да? А надо будет забрать только жизнь.
и туда. Окей. А, как забрать жизнь? Давай сейчас искать момент, где была жизнь. Где то место, где была жизнь. Вот оно, то место, где была жизнь. А как я потом вернусь? Ай, черт его знает. Сейчас разберемся как-нибудь. Главное, что у меня есть еще одна ячейка жизни. Это хорошо. Супер. Так, идем туда-сюда. А, так, подожди, может быть мне как-то... Надо просто перепрыгнуть. Чё-то я очкую. Я не знаю, куда чё... Куда чё прыгнуть. Нет, это не туда. Это однозначно не туда. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Ну все, это смерть. А нет, это вода. Это вода. Это спасло меня. Значит, должен быть какой-то путь. Как попасть именно сюда? Может быть, прыжками? Так, а здесь я... Я здесь, кстати, и не был. Так, это все не то. Бляк. А, так все, получается, где-то отсюда я смогу забраться наверх. Ой-ой-ой, чуть не свалился, блин, вниз. Так, явно это не здесь будет происходить. Да, это точно, 100% надо будет идти туда. Хорошо, пойдем защищать. Здесь только надо быть осторожно, потому что здесь везде обрывы. Не хватает питания, да? Хорошо, я сейчас вот этого друга обойду. Ох ты, блин, зараза. Нифига там лестница. Так, здесь вроде ничего интересного нет. Ага. Тихо. Да куда же ты, ну? Вот. Теперь это дело можно будет убирать. Куда? Ага. Ха-ха-ха.
Так, подожди. Насмерть. Молодец. Красавчик. Так, ладно. Что-то пока не везет. Давай тогда пока вернем туда платформу. Вернее, этот аккумулятор, блин, вот сюда поставим. Возможно, я где-то найду еще один, который спущу вниз. И тогда их будет два. Нет, нет, ничего не изменилось вообще-то, если честно. Блин, ну туда не допрыгну я 100%. Я только разобьюсь. Эх, была не была. Не повезло. Так, ладно, аккумулятор у нас получается вот здесь. Давай тащить его сюда. Я все-таки правильно делал, просто я свалился насмерть. Нет! Да что ж такое-то, никак не везет-то, блин, а? Ну серьезно, ну какой-то лишний миллиметр туда свернул, блин, и все, и ты улетел вниз. Опять начинаются, блин, сложные прыжки. Опять начинаются сложные прыжки. Тихо. О, блин. Фух. Все. Куда я пришел? О, класс. Ты издеваешься? О, молодец, красавчик. Куда же ты его бей? Вот и все. Так, я нахожусь не в том месте нахожусь. Понял. Да что ты творишь? Нажимай. Энергия пошла. Тихо, друг мой, тихо. Так, тут ничего опять. Но это очень странный, путь, серьезно, там что-то должно появиться. По-любому что-то должно появиться, по-любому.
Ну-ну-ну-ну-ну. Это что ты творишь-то? Цепись. А, вот. Я думал, как дальше? Тут, оказывается, телепорт есть. А, блин. Не, тут это явно будет, получаться, новая какая-то у нас этот территория. Прям напрашивается. Потому что пока сейчас это без вариантов. Так, все, я нашел путь. Ох, класс. Так, теперь давай вниз. Так, жизнь не забыть забрать. Тихо. Так, ну что, у нас получается здесь все, да? На этой территории мы с вами закончили. Давай изучать, что это такое у нас. Что за действие такое непонятное? Открыто достижение пустынный колос. То есть здесь все. Теперь мне, получается, надо будет возвращаться вот сюда. Но это, конечно, будет проще всего портануться. Однозначно. Чтобы мне вот столько пути не проходить. Единственное только, я не знаю, может быть, попробовать сюда вернуться, забрать бабочку как-нибудь, или все равно пока еще без вариантов. Наверное, пока еще без вариантов. Нас все равно туда по-любому потом отправят. Хотя стоит, там же у нас есть с вами возможность портануться, есть же телепорт, куда зацепиться. Да. А здесь у нас имеется как раз только бабочка осталась одна. И в принципе все. Вот здесь еще получается территория. Ну туда сейчас пустим воду и все это тоже почистим дело. Ладно, пока выходим. Ладно, давайте под конец серии попробуем смотаться обратно туда. Там, по идее, у нас есть телепорт. Ну, вернее, возможность зацепиться. Посмотрим. Если все получится, все хорошо будет. Нам, тем более, ближе всего, наверное, будет отсюда. Сюда. А, здесь тупик. Значит, что, не сюда? Значит, возможно, не сюда. Thank you.
Нет, это я пришел к архиву. Это не то. Это мне сюда не надо было. Блин, здесь тоже как получается без вариантов. Нет, вот. Не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Вот это я понимаю. Пойдем очищать территорию. А, не сюда, да? Это мне надо будет так идти. Класс. Ну, спасибо. Блин, серьезно, так далеко? Это сейчас где нахожусь? О. Так, ну главное, я там от всех избавился. Жалко, что здесь нигде нет, блин, ближайшего этого телепорта. Все далековато находится. Реально очень неудобно. А так-то, по идее, сейчас я спокойно могу очистить территорию там. И смогу там забрать бабочку. Вот это вот самое классное. Опять же, только вспомнить, куда что идти и как идти. Так, из чего тут сохранится? Ну, по идее, вроде пока правильно, да? Где-то здесь должен быть этот... телепорт. Куда можно ухватиться. А, да, здесь как раз получается. Так, теперь аккуратненько, осторожно. Так, я сказал осторожно. Еще, да? Да вы офигели? Я думал, они исчезли. Ага, исчезли, блин. Так, подожди, а там туда куда протонусь? Нет, туда я не хочу пока. Давай, пой ему песенку. Засранцу этому. Отлично! Да, еще одна бабочка. И надо будет еще одну бабочку забрать, и все. И, в принципе, здесь мы все закончили. Серия, конечно, сегодня с вами выйдет очень-очень длинная. Но я думаю, ничего страшного в этом. Ты что, прикалываешься, что ли? Так, там я был. Там смысла нет. Надо думать, как забрать там бабочку. Ух ты! Еще сферки. Но я не здесь. Бабочка у нас находится вот здесь.
как вот сюда забраться? Там какие-то телепорты или что это? Тут-то телепорт. Блин, не сюда. Офигительно просто. Просто молодец, на ура прям сделал. Пока не очень понимаю, как туда попасть. Вообще не понимаю. Там есть телепорт. А толку мне от этого телепорта? Прыгать, и получается, я здесь нигде не смогу прыгать. Все, что можно было, я забрал, а прыгать смысла там я не вижу. Как же эту чертову бабочку-то забрать? Еще бы как-нибудь отмечались эти телепорты. Каким-нибудь значком на карте. А так-то получается, я их не вижу, и я понятия не имею, как туда забраться. Блин, тут еще и... Да, вот как раз эта бабочка, которая мне нужна. Но туда забраться я не знаю как. Туда он попадает, однозначно. Странно. Странно, 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 и пока непонятно. Вообще никак. Только телепортом получается. Но где найти начальную точку телепорта, я что-то тоже пока не могу понять. Так, вот какой-то телепорт. Но как сюда забраться, я тоже не пойму. Так, может быть, с прыжка? Еще разок. Нет, без вариантов. Так, а вот тут тоже что-то есть, что-то нарисовывается, что-то выклевывается. И все. Нет, подожди. Не все. Вот, вот как попасть туда. Супер!
Блин. Вот засранцы. Бабочка. Первым делом бабочка. Все, супер. Тогда получается мы здесь с вами закончили. На этой части территории. Вроде как бы получается я все пособирал. Телепорт с ловушкой. Удар с телепортом создает пузырь времени. О как. Круто. Ладно, дорогие друзья, тогда давайте на сегодня закончим. В начале тогда следующей серии, либо, скорее всего, я за кадром смотаюсь, куплю все улучшения, куплю, попробую костюмчик, посмотрим, как это повлияет на бабочек. Ну и, скорее всего, начнем серию именно вот отсюда, пустим воду вот в эту часть. А на сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.